Сейчас еще этот наг закроем, еще может склеп пойдем закроем, может кому что выбьем, может ока еще. Не, ока не знаю. Ока по сути тоже можно. Ладно, кстати, по сути. Ну, так, потом надо еще так вспомнить. Тебя, мама отошла, ну, можно там помочь у кого-то? Да, да, да. Только я сама себе позицию делаю, там. Короче, пацаны, это сейчас расскажу историю, будете ржать. Буквально на днях случилось. С утра еду на работу, смотрю, там типа, ну, с машиной ковыряется, у него что-то не получается. Вот, я ему говорю, слушай, ты это, ну не получится у тебя так ключом, там головка надо. Он говорит, я знаю. Я говорю, так а зачем ты делаешь, ну, ключом? Он говорит, ну какая-то, а поебался. Вообще, я офигел просто, прикиньте, такой ответ, ну как бы, ну, типа интересно, да, там помогренить, ну, ладно, чё. Интересно бывает, ну такое есть. Это так это и у нас, знаешь, ну, ответ СНК. А почему? То же самое в игре бывает, то что, знаешь, люди вот идут без вайпа, все, ну скучно, надо же какую-то хуйню сделать. Вот однажды, блядь, на Вальке у нас, ну Вальку надо захилить, дракона, блядь, и ДК берет истерию кидает на него, нахуй, ну и вайп, короче. А на том боссе, ну, никогда никто не вайпался, блядь, просто истерия на Вальку, блядь. Если кто-то знает. У нас ребята, больше, у нас Вальку огурцы все, вот у каждого огурцы должны быть, и желательно по зелье, один огурец, одно зелье. Вот, зелье на скорость не хавайте, придержите зелье на хп. Вот, а хилов у нас хватает там. Я просто не в курсе, если честно. Ну, представьте, пожалуйста, чат. Или где она? Настя, ты в хиле? Я в танке. Танки даже. Этот коничиво. Сможешь прокастовать молитву исцеления за 3 секунды? Ну я думаю нет. А чё так? Вытаскивай на панели. На панели не знаю, что это больше не покажу. Там будет такая фигня, 17 секунд нельзя хилить. Ну типа хилишь, а отхил не проходит ни по кому. И 3 секунды можно. Вот такая фигня будет весь бой. Тебе нужно в эти 3 секунды успеть всадить молитву исцеления. Ну, скорее всего. Справа будет дебаф, видишь, где? Короче, я тебе скажу так, ты пробуй, и должно хотя бы раз получиться. Если не получится, чать. Блядь, то... Молитва есть. Будем гайд тебе записывать. Короче, танки. Нет, это самое, Ник Дейлон, Химура, я с вами. Я первый начну, на пулы все на войда дадите. И это, второй будет Ник Дейлон. Ну и на половине хп также забираем. Все остальное там, все остальное. Знаете. Орландо, Бармалюга, задрулю, помогайте подхиливать. Пан флешками там помогайте. Чтобы это... Ну и два гемна на хп, это уже после 30% где-то старайтесь сохранить. И там все были готовы. Да, все подожди. Все под жопу, все под жопу, все под жопу. Че, Геру дадим после первого спада или как? Нет, после нескольких. Не давал бы классно. Не дало бы классно. Выходи к споре на встречу и убивай. Геру, можно. Ну, давай, давай, Геру, подумай.
104 вероятность крита. Угу. Классно. И что-то не умудряется не критовать. Классно. Наверное, один из самых долгих боссов. Кстати, ульты поменьше хп или больше боссов? Просто интересно. Уже сколько ковыряю минут. Минус один танк. Слез с дерева, рез и ник Дэйвана. Сейчас будет сложнее, если что. Хилу держу в курсе. Отдал спокойствие. Задрулю ник Дейла на кошка СС по войду. Сразу фулбаф и ПДК. Вот тогда. Давайте к мерзости подтягиваемся. Давай тут ДПС упета. Thank you.
сказал Фаермаг с бафом на крит. Что, погнали, чистим граждан в этих. Мини-купер, а чё у тебя там? Ой, этот самый. Конечиво, у тебя параша какая-то сидеть. Тебе лучше закину. Этот шаманище, подожди какую-то другую шмотку. Там дух, тебе он дух не нужен. Да, что-нибудь с МП5 с критом постой. Я, между прочим, с этой пушкой на сове бегаю, блядь, сука, со старта серва, блядь. Если кисть его никому не нужно, заберу. Сейчас посмотрим. Так, а боксор тебе надо это? А, ну Настя, ничего себе, 226-я, это со льды, это не очень далеко. А, спасибо. Вроде бы Скеля. Скеля, да? Мне интересно, сколько восполнений давало урона? Максимально 10к от воспламенения. Капец. Вот это, кстати, офигенный пет. Мне нравится прям. Ну, 10% на вот это, как он называется, можешь и не тыкать. 50. Типа второй спек 50. 10% я отдаю только когда шмотка говенная совсем. Или на спек, который принудительно одевается, там хила или танка. Когда человек не хочет, но я его заставляю. О. Так что это на шипы, я так понял, да? Угу. Да. Так, все, ждем еще двоих. Войт, пан, подходите, ждем вас это. Какой там босс сейчас? Лоскутик? Да. Лоскутик. Yeah. Суманите, пока спек меняем. Шкаф поставили, отлично, ставишь что? Шкаф. Смотрите, два ноги есть, третий я... Смысл в чем? Вам надо будет первого дать на пул на танк, а потом, скорее всего, на базуку. Просто милики с пула не бейте, этот самый, ну, в принципе, роги на пул дают, на кого там, на Дэвон. Этот дряхлый, ну там милики знают вас, дряхлый пан, не подходите, там секунд, я не знаю, 5. Ну да, он там, ну, с самого начала секунд 15. РДДшники вас обгонят по агрою, все, потом бейте, а то ваншотник может. Че он там идет? Вот он идет. Все, встречаем. Балом на пол, встречаем нас убил. Ко мне же подойди. Ну, полдали по базуке. А я не в топе, да? Пару. Просто интересно. В топе. Ну вот.
Ты с флаской, да? С чем? Ну, господа. Заканчивается сейчас 10 секунд. Угу. Спасибо, что напомнил. Бил бы без этой фласки. Что там по Мерсе? У вас на ФДК без РП дамажит. По вас вообще что-то лютое делает. Да сейчас я его в конце передамажу. ФДК без АРП дамажит, вот у меня вопрос. Как? Какой у него там левел? У него же, по-моему, там левел даже не типа хер какой. Да, 215. Он 213 был долгое время. Сейчас. Ну, не откуда. Он Лигвар. Ядами на дамажу. Кош юзал или нет еще? Нет. Вот у него еще там прирост тут маленький. У меня чел спрашивает, как это у тебя бойня несколько раз за бой типа использует? Ты что, читер? Я такая, да-да-да. Сидел мне... Ну вот, пошла экзекут фаза, сейчас передамажу. Или нет? Потому что криты что-то не хотят уже лететь. Ну, мы тебе подождали 3 минуты. Ну, кош. Говорила. И говорит, то, что он голожопый, 215. Ну, берите пример с них, если что-то отличили. Что там? Надо мне фидбэка. Ты тут кому-то одного намекаешь, да, на 20-го? Вот, там уже много креветка. Роланда, ты нормальный голожопый тоже. Он 209-й. 213. Ну, я сейчас навелся, 213 пишет. Мне кажется, ему стерию еще наливают пока, да? А, кстати, кому стерию кидают? Кому стерию кидают? Винтер 5 200 дает. Гвару. Вот и все, вот понятно. Мне? И стерию кидают? Да. Блин, я не отслеживаю КД. Ребят, вы хоть говорите. Не кидал он, ты кидал, да? Все, Крисар, ты говори, я буду отслеживать РКД, потому что я быстро буду давать. Это самый. Тагара, ты что, истерии не кидаешь никому? А, вы вдвоем, короче, истерии получаем. А ты два раза кинул? Сто процентов. Это если очень нужно, да? Очень-очень нужно. Не может без фотки. Блин, оно вроде лучше, но в нем МП есть. Да, короче, ничего, видишь, что нет. Мы сюда пришли одевать вас. Будет ошибка. Сука, ну конечно, это лучше, чем 75 уровня синее боссовое кольцо. 75-го? Ну 75-го, ну а мы какие? Мы 80-е, блядь. Пабло, я думал, там левел 75-й. Я вот не помню, есть у меня такое, такие, это, блядь, пояс нахуй или нет. Вообще не помню. Фу, я летаю. Но больше... Если никому не нужен, то я тоже мог бы на третий спектр. Если вообще никому не надо.
А кто говорит, что маги не танки? Видите, я танкую там одного. Ничего, я тоже поле паром танкую. Войт, ты там, если что, снимули, сними за пояс и стенки, да? Это на распорте. Пояс? Или кому-то надо. Да, пояс. Бестелесный. Сапоги кожаные, фиолетовые, в бумаге лежат. Все стратегии. Мне похоже, надо уйти. Паблос, ты? Да, я. Мне очень нужно отдать кое-кому компьютер. Зарига можно взять на замену, он мне писал, или Фурай. Ну, хорошо. Извиняюсь, до свидания. Давай. Удачи, счастья, здоровья тебе, чтобы там все нормально оказалось. Да. Да. Нормально проводили. Садимся кушать. Это бы из Диди проводили, а не из Рейда. Так, все, шкаф поднимайте. Вот, вдвоем, ну ладно, вдвоем. Так, все тактику знают, или кому-то напомнить? Напоминай лучше. Конечно, не знаю, точно. Сапожки поднимите. Короче, если будет на вас метка, надо выносить. Если ты милит, тебе надо будет относить к стенке. Если РГД, не выносить его по центру комнаты, в ту сторону, где сейчас босс стоит, туда подальше. Все. Надо где-то 20 метров ренджи, чтобы не задеть других. И когда вы скидываете дебаф этот, когда он заканчивается, под вами появляется лужа. Мало того, что вас дамажит, вас еще лужа начинает бить, поэтому сразу из него убегайте, а то вы иногда спите. Так, какие у тебя там сапоги, ну-ка. Любовь, давайте, любовь дали все. Сразу одевай. Кому-то подфартило, да? Ладно, обновите, пацаны, время заканчивается там. Это к пану вопросы. Хорошо, пожалуйста. Рыбас. Вон идет уже этот петух. Он по 5 дефонатов. Кулак, обновите, пан, дай кулак, пожалуйста, потому что уже идет босс. Время подходит. Защита от темной магии тоже. Улит вот защита от темной магии. Кому это там? Это там сейчас супер. Ну, ничего. Все, отлично. На пули. Ладно. А можно такой вопрос? Да, ты... потом. Да что ты, говори. Кто-нибудь пробовал ставить тотем, который на себя заклинание берет? Это у Караландии вопрос, кажется. Лужа, стойте у ноги какой-нибудь, не за спиной. Да, смотри за черепом, конечно, и кто там не знает. Да, я уже понял, да. Кидывай это все, это она такая у нас. Слизней води. Главное не занеси в другую лужу, не забыл попочку. Где нет лужи вниз. Что это? Слизня-то забери с рейда, где там Тагариус. Вот видишь, в квадратике стоит слизень, его забери. Задрулю креветку, слезь дерево Зарига. Все, ДК топ-1.
Там разве лужу не кинула? Отводи. Базука. Выходи. Можете это там поставить, я гим прожму? Ставлю. Пожалуй. Выходи, Коничева. Выходи, Коничева. Беги, беги. Да, тучку жми, тучку. Красавчик. Молодец, хорошо вышел. Обычно перед боссом выходят там новенькие. Кто-то выйти должен. Не, чтоб ты понимал, я долго метил там места. Депонатор, выходи. Алло. Спасибо, что потомажил весь рейд. Войд. Да блин, сейчас... пожалуйста, тебя что, истерию там, я не знаю, всем полком довольны, что ли? Слышите, ханты, я хантер, Зарик, справитесь с кайтом? Или мне во фрусте помогать? Ух ты, клинчик. Там нужны будут, помимо двух хантов, люди, которые будут водить ханты, только ловушки, чтоб ставили. Сами ханты водить не должны, потому что они сдохнут. Короче, я спеку. Мне интересно. Теперь кошка-мурка полутает эту триньку или нет? Да, я лутаю, Бармалюка, ниже меня по ГП. 100 ГП жму. Топ-1 по ней по ГП я. Так, ну, а ну прекращай. Я шучу. Я прекращаю. Извиняюсь. Лови его. Извини. Я тебя засумолю, сдохни, встань, главное. Он застрял в этой трубе, прыгнул и улетел за трубу нахрен. Ты встань, встань просто, по-обычному встань. А тут, я понимаю, тут рядом со мной сейчас крип стоит. А, все, все, встал. Спасибо. Что ж за дорога? Кошка, оставьте. Только один поставьте. Кошка, оставьте. ГЦ с тренькой. Или кто там полетал? Спасибо, спасибо, я сейчас шкаф поставлю. Так у нас есть анестезирующий нит у тебя? Ну, на что ты? На руку. Да-да, ставь анестезирующий ед, машь на руку, на левую. Ну уж извините, что это другая сторона. Нет, тебе прощения, будет делаться. Ребятки, давайте быстрее, вас ждем, Войт и Хантер. Сейчас сумоним их. Чё я одна тут стою, сумоним? Не понимаю. А чё у меня? Всё плохо? Или вы телевизор слышите? Так, никто не умирал же, правильно? Где Хантер? Бля, что-то писал, что-то нет. Приводил в цель, а мне выбирается волк. Дайте промоут, я этим миликом бафну курочку. Так. Слава.
А рыбу стали, нет? Не стали. Блять, я хантер, ты где? Что-то потерялся, походу. Это нормальная история, у него Дискорд там лагает время от времени. Ну, он встал и стоит на грубусе. Это, походу, надолго, поэтому можно начинать. Кто-то же писал, что... Он нам писал, что отойдет 5 минут. Что, будем ждать? Ну, туалет уже. Че, давайте тогда здесь останемся, там что, Лорд, Базука и Зарик. И втроем они, я думаю, справятся. А я тут при чем? Я вообще сова. Ты сове. Ну, тогда второй танк пойдет. Вон, у кого там спеки есть? Авентор есть у тебя спек? Дряхлый есть спек танка? А Химуру ж есть же. Не бегал, будет танчить босса, а Химуру. Спека танка нет, но щитучек есть. Там же босса прихватывать надо. Да есть, короче, головы. Авентор есть? Все, кроме головы, есть, да. Ну, спек есть, да? Да. Ну спекайся. Вон побегаешь там с одной стороны. Кто будет танчить там? Будет танчить Авентор, Базука и... Во, вернее, танчить будет Авентор, а бегать будет Базука и Зарик. Поставь рыбу, пожалуйста, Славян. Все, давайте кушаем. Еще раз проверочка на готовность. Вы сами распределитесь между собой. Звезда, кружок — это где выходят мобы. Ромбик — это где вам надо их сводить. Но чтобы они вот в это углубление не спускались к боссу, не шли к дверям. Сейчас, может, Хант подойдет, блядь. И Хантер, ты тут? Нет. Вот 5 минут прошло уже, блядь, пиздец. Это нога в унитазе застряла, наверное. Клапана рвут там. Намазал ты анестезирующий яд. Вы что, до сих пор макросы не сделали? Да нет, тут дагера никакого. Был бы второй дагер, более-менее нормально сделал бы. Да тебе там только на одну тычку дать им и все. Ты чего? Надо купить науки какой-нибудь там, порожниковый. Да ты ж эти трансмутные брал. Любой дагер. Но трансмутный? Можешь... Да любой, абсолютно. Ты просто машешь на него это, делаешь на него макрос, на шиф. Потом шивом просто бьешь этим, с этим макросом, и все, и обратно юзаешь макрос с нормальным шивом, стукаешь, и все. Я не понял. Ладно, что, пуляй, поехали. Я тебе потом расскажу. Зомби не сюда подбежал. Снял, блять. А, нахуй снял. Панты, вы там держите вообще? Где чё? Кто там? Чё, Геру? Даю, нет. Давай.
Хили Дейлан. Я хилю, хилю. Базы почистки. Моби идет. А Вентер, ты чё, где стоишь? Зарик сдох. Мобы бегут на нас. Чё, поздравляю, что? Ну, контрольте тоже. Чё вы стоите, босса бьёте? Вы чё, на приколе? Да не, не, всё, ложимся. Это всё, это шляпа. Кто там один был? Да подожди. Забирайте мобов обратно. Все уебут мобов. Срочно я уеб мобов. Куб ДПС в мобов. Сука, блин. Я Хантер, ты не бьешь этих мобов, ты вот этих вот напуливаешь, ты понимаешь это? И почему вы с одной стороны делаете? Базука там сдох, верните его. Химура тоже, это танк, который держит босса, ну чё? А Химура уже умер. Базука умер, Химура умер, это все, это шляпа, давайте, не тратьте время, ложитесь, потому что это херня. У меня дискорд упал, и Макс сказал, падайте, я думаю, чё, все не падают? Давайте это... Доебать, ну пиздец вы, конечно, нахуй. Я ебёшь, нахуй. Давайте, пиздуйте все на ту сторону, контролить мобов, короче. Креветка, иди. Вас, иди туда. Кто ещё там? Роланда, иди тотемы ставь. Вот этих откидываем. Да ёбаный рот. Ну пиздец, конечно. Блять, охуеть. А чё он сюда пришёл? Всё, ложитесь. Там она всё нормально. Подохли танки, короче. Ага. Ну да. Давайте по-нормальному сейчас пойдём его и всё. А не как мы умеем всегда. Что со снятием берсы? Хуета какая-то? Как вы там яды мазали? Да нет, берсы вроде снимают. Сразу снимается? А что танки делают? Дюб растел по мане. Я ушла хилить ханта, манта. Да, да, вот именно. Потом стала водить уже. Я говорю, что вы не водите? Не надо водить ничего. Настя, я тебе сколько раз говорил. Короче, блядь. Вот я... Вы постоянно не понимаете приоритетов, блядь. Сейчас этот самый... Короче... Авентер в танке. Денис, есть у тебя танкошмот с собой? Или это, спекнись тоже. Короче, ты на звездочке с Заригом. Авентер на кружке с Яхантером. Яхантер, ты тут уже? Плюс они. Все остальные босса хуярить. Два ханта, два танка. Ну, должны справляться. Хилит их дюпонатор. Настя хилишь танков. Все остальные хилы танков хилят. После собаки. Все, вон шкаф тыкайте. Больше не поднимайте никого. Все встали, покинули тело. Шкафы сейчас вас присумонят. Настя, я тебе 1000 раз говорил, не води, не надо водить. Пусть я не водила, я лучше вайпимся. Они сдохли, что я сделала? Русским языком объясняю. Если кто-то берется водить мобов, во-первых, лучше всего, чтобы это был танк, потому что даже самый рукастый, блядь, водильщик, он будет водить, его будут задевать мобы. Мобы стакают хуйню. Если вы наловили много стаков, то физический урон по вам увеличивается. Каждый маленький моб, а их десятки можно водить, по 10, по 15 штук, они бьют. И бьют они сильнее. Сначала они бьют по 300, под стаками бьют по несколько тысяч.
Это значит, ни тряпки, ни ханты не могут в 25-ке водить этих ебучих мобов. Поэтому Авентор, поэтому Пан водят на своих метках. Два ханта, два танка. Кто-то из вас вздыхает, это пиздец, короче. Хилит их дюпанатор. Все остальные занимаются боссом. По мане просел. Ну, пиздец. Покидай тело, Зарик. Вставай в знак, заходи. Тыкаем на сумон. Стоит рыба. Чё прервано, блядь? Чё за хуйня? Мобы, мобы ваши должны на решетках оставаться. Вот. Денис звездочка, Авентор кружок. А, звездочкой стоит Зарик, и Хантер стоишь с кружком. Запомнили? Когда истребление, ну, я не знаю, до истребления, там можете не сводить нахуй, подойдем и убьем. Такими заходами у меня скоро припоты кончатся. Тагариус готов? Да какие припоты, блядь, пизду, вы чё? Базука. Две притяжки дайте, да и всё, блядь. Что, Бармалюгу выкинул, что ли? А что, Бармалюга сдох? Не, его выкинул. Не с обычной инши, это хец. Но... А что это за танк? Все, Гера, не надо. Федич, а что ты без этого играешь? Без корча? Потому что кошка Морка его стакает. Че непонятно то? А, он стакается? Типа скотч с властью над темнями не стакается. Либо Файер должен быть Фредди для 5% крита, либо Афлик, либо Демон. Другого не дано. Он в Африке, он стакает мне тут. Вместо меня ожоги, считай. Моб в рейде, моб в рейде. Дипаната расположила. И Зарька. Мобы. Давайте боешь сразу. Дипаната разбить. КД хули. Сейчас будет истерить. Все, развернулись, бомбов сыграли. Откиньте, откиньте, сова, откиньте. Смотри, как бы это еще. Или тотем там ставьте. Ну, сориентируйтесь, еще мобы тут остались. Как они упорно идут? Мне бы их упорность, реально. Давай, 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 нормально играем.
Фу, умерли. Кто умер? Александр, давай, играй, не спи. Бэр, есть поди по оперу? Вот, на бас еле зомби стоит, не буду стоять. Да, забирай, скажи этот, не Дэймон. Не забирай, не забирай, пока что 2 секунды, еще секунда. Можешь забирать сейчас. Вот ё-мо это. Ребята, что было? Сразу здесь все. Отнимите танки, есть БР еще? Нету БРов, забудьте про БРы, на нижней бесконечной, ложитесь. Есть еще один БР, подождите, кого поднять? Да нахуй не надо БР, блять, пол рейда лежит, ложитесь. Этот, ложитесь. Это ебаный ужас. Слушай, а танки что, стоят в упор просто и стоят и смотрят на новых, или что, как получается? Я просто не вижу так. Где они? Они бегают. А что они да. Два урата, если они бегают, ну ладно, бегут. Может, они не забирают с ханта, и хан сдыхает? Вот может, поэтому? Не знаю. Ну, я хантер умер после. Ну, Гайрик же первый сдох. Я хайтил, пал, смотрел. А, ну это второй, видимо, я понял. Может, панов и кашел. Или после него сразу юг сдох. Короче, давайте обратно в ДДшников. Сейчас я попробую один поводить. Ой, что, я тогда с тобой там хилю тебя? Нет, или ты тех танков хиль. Ханты, помните, как стрелять крест-накрест? Ханты, прием, Зарик, я Хантер, вас спрашиваю. Стоите на одной метке, стреляете в противоположную. Ничего, это проклятие, блять. Оно на одну цель кидается. Пиздец, просто охуеть. Я вообще в ахуе. Как так, блять? Хулипал умирает. Какого хуя Хулипал вообще умирает? Видимо, там этот Денис, я не знаю, он стоял, не стоял. Он дюк хилил Ханта, который единственный кайсил. Да сука, кайтить должен ебучий в рот не Хант, блять, а ебучий танк. Пиздец, вот как так нахуй? Там, блять, Хант дает автоатаку одну. Подбегает моб, и все, он бежит по луже, по хантовской, и танк его дамажит. Любой танк, все танки там справятся. Короче, я Хантер и Зарик, с вас ловушка в ромбике.
две ловушки. Значит, Зарик, этот, в звездочке стоишь, стреляешь в кружок, понял? Этот, я Хантер, то же самое, только наоборот. В кружке стоишь, стреляешь в звездочку, понял? Вот. Тем самым мобы до вас будут идти через меня. Все, не ебитесь в мозг, блядь. Значит, хилит депонатор меня. Все остальные хилы на тех танках. Химуру не уроните. И Химура, играй, как на 7 секунде таунтишь, 3 секунды подержал, и он тебя обратно забрал. Не танчите, не ждите стаки там. Или вообще, блядь, один стак, это, стаки скинулись, сразу забрал. Скинулись, забрал сразу. Играйте так, вот. Значит, Химуру лучше хильте, хуй знает. Дайте щит, шамаднищер по Химуре дай. Мини-купер за Химурой смотри. Если с дерева фул ходки по Химуре, чтоб, сука, не упал танк ни один. Войт, а на кого СС кидать-то? Ну, на меня кинь. Слушай, у меня вопрос, а родами не пробовали водить? Мне вот интересно, мобов там на поле уж, и я там на замедление, и все, я немедленно. Ну, по идее, должно быть, должно работать, по идее, но я не знаю, веером типа. Это 100% вешается замедляющий на всех? Нет, они всегда так работают. Это я тебе так скажу. Нужно, чтобы... С вероятностью 50%. Один веер дает две атаки. Один веер прожимаешь, он двойная атака. Это 100% шанс получается. Ладно, это самое. Давайте, принимайте там Тагариус, Депонатор. Вас что не хватает? Базука. Я дал лапу. Так, рыбу. Да. Ману Насте отрезал. Давайте убьем эту спокойно. Потом пойдем в этот склеп. Закроем. Пару минут дел. Говоришь, а потом ульту 25-ку. По-быстрому. Ну да, до йога. Что там убить? А чё до йога? Чё дальше? Нет? Позицию, по идее, в хэм можем закрыть просто сразу и... Кого хэм? Ну, здесь ловушки. Йога, без хрентюли. У-у-у. Гера, дайте сразу. Слышно. Да, тебя слышно. Скорость крепления. Вой. Приморозить мобов. Домажьте. Пиздец.
Одну ловушку ставь. Дай гимн, пожалуйста, этот тем поставь. Слезь дерево, депонаторы подойди резь. Задрулю я хантер. Новых мугов не бейте. Не упускай. Смотрю по рекаунту, есть люди, которые ауешками не цепляют мобов вообще, просто боссы залбят. Вы типа... Поворачивайтесь все, сдох я. Бегите мобов, контрольте все базуки, креветки, все. Истребление, все в мобов, ни одного не допустить. Я Хантер и Зарик, кайтите новых, только новых. Новые вышли, не пустить их к этому. Все, а у которых хп, да, откидывайте, у которых хп, их не бейте, их только ханты на себя забирайте. Новые, смотри, идут, новые. Вот звездочка, блять, хант, упустил. Этих добейте, все, добивайте босса, 4 ляма. Добьем. Ханты водите по этой хуйне. На помощь хантам, кто там? Вас и Диаковы покидай. Орландо там оплетение поставь, тотем. Базука, кто там? Базука, привет, идите. Чё-то пиздец, блядь. Не пустите на ком, выдадите, на ком этот. Да 500, давайте. Пиздец, бейте, это ж пиздец, бля, тут мобов миллион. Приморозку давайте, вот это кольцо. Лям. Давайте, О, приморозка нормально. Грас. Ебаный, ебучий говнобосс, блядь. Он шмотом. Как обычно. Что-то, пойду воду резну. Я так поняла, никто не будет его резать. Ман. Я вообще бесстрашно. Пошел в мобов сам. Короче, я понял, мне надо все-таки танкоспек делать третьим. А ничего. Запомни тактика, если... Люди говорят, развернитесь и бейте мобов, их нужно бить. У них меньше хп становится, они начинают идти к боссу. Надо сделать так, чтобы они не дошли до него. Там на самом деле еще коничева, там тебе нужно разобраться в интернете, посмотри, как на шп делать. Потому что у тебя мана кончается, так быть не должно на шп. Она прям у меня вообще капец кончается. Эфир маленький. Посмотри, ротации. Там типа тучка и щадия тьмы, они ману тебе восстанавливают. Символ на тучку ставишь, и ты там вообще регенеришься, просто пипец, у тебя мана никогда в жизни не кончится. Смотри, тут тактика будет. Мы будем бить босса. Я плечи беру, я тебе плечи отдал этому конечно, потому что ему нужнее. Нас разделят на две пати. Одна пойдет налево, другая пойдет направо.
Если ты пойдешь, допустим, направо и будешь бить Фогина, ты берешь сталага в фокус и следишь за его ХП. Если видишь, что у вас разница у боссов в ХП где-то 300-500 тысяч, ты стопай ДПС. Ну, если у тебя там, у вашего босса 4 ляма, у другого 3 ляма. Да? Дело в том, что нужно убить боссов с разницей не больше сколько, 7-12 секунд. Если этого не сделать, то боссы заново реснутся, и нам придется с нуля снова бить. Мало того, еще сильный урон начинает проходить по рейду. Это первый момент. Второй момент, после того, как ты убиваешь боссов, тебе нужно будет спрыгнуть с этой большой платформы вниз, к тому следующему боссу. Как ты спрыгнешь, все становятся прямо перед боссом. И сейчас поставлю две метки. Одна будет синего цвета, другая будет красного цвета. Босс, как только начнется бой, спустя где-то 7 секунд, на тебя повесится дебаф. Он будет тоже либо синего, либо красного цвета. Значит, тебе что-то с микрофоном? Все очень плохо. Ну, у тебя, наверное, включено вот это, как я называю, шумоподавление. Ну, перейдешь, короче, идет просто. Если... Да, тебе нужно оффнуть эту штуку, там, крипс вроде, или как это там называется, и тогда нормально настройка. Зря, ну я дал, ладно. А сейчас? Войд. Сейчас,